Да. Алло, Йосиф, здравствуйте. Здравствуйте. Йосиф, приятно с вами познакомиться. Йосиф. Владислав Авелов. Йосиф. Йосиф, да. Да, Виссарионович. Меня зовут Владислав Авелов. А я вам набираю по поводу вашей регистрации по нашему проекту от компании «Газпром». Иосиф, я вас поздравляю с успешной регистрацией. Вы фамилию мою прочитали внимательно? Да, а что? Ну как она звучит? Звучите, может вы не тому набрали? Нет, тому набрал. Фамилия как моя? Джугашвили. А моя? Джагудашвили. Джагудашвили. Угу. Иосиф Виссарионович. Угу. И? Ты Ишак, что ли? Чё ты икаешь там? Ну, к чему? Нет, не-не-не-не. Иосиф, мы с вами на «ты» не переходили. Иосиф. Это во-первых. Иосиф, а не Иосиф. Нет. Хорошо. А во-вторых, вот как вы думаете, Иосиф, зачем я вам набираю? Не знаю. Не знаете. Хорошо. Я хотел заработок. Заработок. Ну, вначале, Иосиф, для того, чтобы у вас был заработок, так как вы попали в государственную компанию, вы должны указать правдивые данные. Те данные, которые у вас написаны в паспорте. Поэтому, Иосиф, как вас зовут и какова ваша фамилия? У меня корректные данные. Угу. И какого года вы рождения? Но зачем вам это нужно? Интересно. А не пошли бы вы нахуй?